Ну, ребят, начинаю влог я с красоты, с цветов. И не перестаю влюбляться в эти красивенные тюльпаны. Они необыкновенные. Смотрите, какой цвет красивый. Там тоже. А вот какая орхидея, всего 11 евро. Смотрите. 11, ну 12. Ну, сказочный, правда? Так, цветы для разогрева. Дальше будет интересно. Мой доход в YouTube. Да, и не только YouTube, донат покажу. Интересные вот эти. Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас в новом влоге. Сегодня я, с вашего разрешения, сделаю себе такой черно-белый фон, потому что фильтр поставила. Я делала процедуру, называется микронидлинг. Это косметологическая процедура. Я практиковала ее в Ереване. Моим клиентам очень нравилось. И после нее очень красное лицо. Вообще-то даже на улицу 2 дня нежелательно выходить. Но я решила, завтра воскресенье, буду целый день дома. Схожу вечерком, когда уже солнце немного зашло. Обязательно нанесла SPF, плотный крем на лицо, но я все равно очень красненькая такая, свекольная Катя. Вот, но я же вам обещала снять видео о том, сколько я зарабатываю в YouTube, показать свой доход. У меня 2 телефона, с одного могу снимать, с другого показывать. Сейчас я переключу камеру, открою свой телефон, творческую студию. О, да, еще забыла. Еще обязательно покажу свой донат. Сколько мне надонатили за весь период. Донат открыла я, ну, более 4 лет тому назад. И за весь период мы посмотрим мои донаты. Готовы? Ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Комментируйте. Мне приятно. Ваше внимание. Привет, ребят! Вот я разблокировала телефон, и теперь я вам буду показывать, что у меня. Не ругайте, у меня вот все мои окошки, они почему-то разбросались по всему телефону. Хотя я их привожу в порядок, вот эти вот окна тут. Потом бывает, ложусь спать, просыпаюсь, оно везде. Какой-то барабашка поселился в мой телефон, этот второй. Вот, смотрите, творческая студия, нажимаем сюда. Здесь будем сейчас с вами изучать, что есть. Звезда жизни – это я, мой канал, так сейчас называется. И показано наверху 25 621 человек у меня подписчиков. Вот эти все данные идут за последние 28 дней. Статистика по каналу у меня за это время, смотрите, 127,7 тысяч просмотров. Это большое количество просмотров, но это за счет шортса. Шортс, они очень-очень малооплачиваемы. Я вам обязательно тоже все покажу. Среднее время просмотров видео у меня 3,9 тысяч. Подписчики за это время у меня 207 человек за это время. Это с 18 февраля по 17 марта. Так, идем назад. Угу. Вот, расчетный доход. Неудобно так смотреть туда и нажимать сюда. Смотрите, с 18 февраля по 19 марта у меня доход $28.35. Тут можно смотреть доход вот так. Смотрите, вот следующий тот год. Можем посмотреть апрель. $38 у меня был за апрель. Ой. Ёшкин кот. Это с Любовью Голуби так говорил он. Май. $29.31. Почему нельзя так выключить? Ну, сейчас вам покажу пару и последних из этих. Ну, в общем, июнь. 7.20. С 1 июня по 30 июня. 7.20. Наверное, вот так надо. Июль. 7.85. Опять выключила. Ну, я так не очень. Март, это сейчас. Вот не тот март. Сейчас за март у меня $19.91. И еще покажу февраль, да? Февраль. $33.30.
Вот такой доход в среднем у меня варьируется за месяц, доход на моем YouTube-канале. Еще хочу добавить от себя, что все блогеры, ну даже вы в Гугле можете почитать, они YouTube выплачивает на вашу карточку только когда у вас собирается $100. Даже вот эти 28 в месяц я не могу потратить. Вот у меня есть шортс. Это шортс, это короткие видео, которые я добавляю. Смотрите, сколько у меня набрало просмотров вот это вот видео. 593 тысячи один. Сколько подписчиков добавила. И вот доход за больше, чем 500 000 просмотров. $1. Так. Ну, все. В принципе, с этим мы закончили. С YouTube'ом. Сейчас неудобно мне смотреть. Там у меня этот donation, донаты. Профиль. Авторизироваться. Но у меня тут пароль зайден. Входим через YouTube. Так. Звезда жизни. Там мой YouTube канал Google. Добро пожаловать. Да, готовы? Ну, смотрим дальше. Нажимаем вот сюда. И у меня здесь сейчас появятся все мои деньги за весь период. Смотрим. 17 дней назад мне отправила Марго 25 евро. Марго, спасибо огромное. Мы лично общаемся. И это моя очень хорошая подписчица. И мама ее смотрит. Спасибо большое вам за 25 евро. Теперь Таня. От Армена и Тани. Это ребята, которые мне подарили часы. 1000 рублей. Видите, тут есть даже $5. Я сама себе пробовала отправить. Объясню почему. Потому что я сформировала свой донейшн, открыла давно и давно им не пользовалась. Хотела проверить. Я и подруга, мы отправили там по пару долларов, чтобы проверить, работает ли оно. Вот, Наталья, я до сих пор не знаю, что... А тут видите, сколько дней назад пишется. Ой, фокусируйся. 73 назад, дня назад мне отправили Наталья 1000 рублей. Спасибо большое. Аноним, это подружка. Как-то я вела через саму донейшн, можно вести прямую трансляцию. И вот тут показала, кто ко мне подписался по имени. Коллега, Олег, там, Дато, Эдуард. Я не знаю этих людей, но как бы показала почему-то. Потом смотрим. Арвик, 40 рублей. Спасибо тебе за доброту. 767 дней назад. Мерси. Элиночка, помните? Ну, конечно, не помните, вы хорошо знаете нашу Элину с Германии, с Климом, Сисиком, со всей ее родней. Вот это она мне отправила 1099 дней назад, 50 евро, подарки на Пасху. Вот, Хакоп, $20. Привет, Катя Чан. Я надеюсь, вы не против, что я читаю, все равно здесь фамилии нету, да? Оставайся такой же добрый, как ты и есть. С наступающими праздниками вас и всей вашей семьи здесь, в Ереване и в Украине. 1186 дней назад. Лиана, 10 евро, 1244 дня назад. Дэвил Ханзо, 20 рублей, Hello Kitty, 1245 дней назад. Вот и весь мой донат. Что еще вам показать? Давайте покажу. У меня есть карточка. Ну, то есть я вам рассказываю все. И не надо сейчас мне писать, что я жалуюсь, что-то там еще. У меня видеоканал о моей жизни. Я показываю, как оно есть. Никогда я жила не богато, не круто. Если человек живет не богато, то я и говорю, что я там мечтаю про то, хочу то. Раньше в Ереване я мечтала там про шторы, про там, не знаю, посуду, тарелки. Я не знаю, что такое. И с вами делилась. Все время люди сводят к тому, что я ною, прошу денег. Никто не может подумать как-то по-другому. Ну, это уже кто как мыслит и как соображает. Где мой Рабобанк? Где ты? А, вот. Рабобанк – это банк Нидерландов. Сейчас я зайду сюда. Пароль выключу у вас, пароль введу без вас. Вот. Ой. Ой. Закрыла свой счет, хотя, не знаю, может быть, можно и показывать, ничего такого. 178 евро на моем счету. 73 цента. Вот. В месяц я получаю от государства 260 евро. Раз пошла такая пьянка, давайте посмотрим, еще у меня же есть приватбанковская карточка, к которой прикреплен у меня YouTube. Раньше я прикрепляла армянскую, но потом счета все позакрывала, когда уезжала оттуда, и перевела YouTube на украинскую карту, вот приватбанка. Ой, сейчас тут.
это уже выключу. Так, на моем счету это гривновая карта, 16 гривен, это где-то полдоллара. Вот это долларовая карта, на ней 0,0 сейчас денег. Смотрите, вот недавно мне за рахування, это как бы зачисление, мне пришли деньги, это 12.50, 27 февраля, кажется, да? Мне пришли деньги, нет, 1.03. Это то, что я вам показывала, донат мне перевелся. Еще у меня были остатки 25 долларов. Я потом взяла эту сумму, сплюсовала то, что мне как бы подарила Марго, и свои деньги добавила, перевела на украинскую карту. Вот, я перевела и минус 2000 отправила на благотворительность ребенку, пострадавшему во время войны в Украине. И вот постоянно я 200, там 300, я из долларовой, что получаю, перевожу на украинскую и доначу, что могу, помогаю людям. И это показываю не для тех, кто маромоек, не для тех, кто говорит о том, что я показываю, какая я добрая, а для нормальных людей, которые посмотрят и подумают, что, может быть, сегодня можно сделать какое-то доброе дело, отправить 1 доллар, 2, 3, на помощь детям в Африке, в Армении, не знаю, любому человеку, где нуждается помощь. Я вам так скажу, что мне всегда возвращается, и Бог меня никогда не оставляет. У меня тысячи, тысячи прекрасных, понимающих, любящих людей рядом. Я этому безмерно счастлива. Я вас всех обожаю, ценю, уважаю, люблю. И я бы без вас, наверное, не справилась последние свои несколько лет, просто потому что вы у меня есть. Добавлю, что еще мой канал, он такой душевный. Я не строю здесь заработки, потому что я не умею хайповать. Раньше было так, сейчас так, потому что это не построенная жизнь, а видеодневник моей жизни, как оно есть. Я не могу всем нравиться, не могу, как сказать еще, не могу угодить всем, да и не пытаюсь. Это нормально, что кто-то может не может терпеть ни голос, ни вид, ни все, что я несу в массы. Но вы можете просто освободиться, не смотреть. У вас же есть право выбора. Никогда не понимала людей, кто смотрит и мучается, не любит. С собачкой тоже гуляет мужчина. И, ну, наверное, я все сказала. Надеюсь, что вы меня поняли. Местные байкеры. Я вам поставлю на заставку цветы, закончу солнышком здесь и пойду варить суп. Скупилась в Лидле на овощный суп, который я вам показывала в шортс такой или видео, коротенькое. Просто все накидываю, ничего не зажариваю, без сухраца. Раз, два, три и готово. Так что всех обнимаю, мира, добра, любви.